Экологическая ситуация в регионе никогда не исходила с повестки дня, и простые горожане также неравнодушны к этому злободневному для всех вопросу, проявляя беспокойство по поводу простого неуважения к окружающей среде, проблеме стихийных свалок и мусора в общественных местах. Они призывают жителей региона бережнее относиться к природе, ведь хорошая экология – это наше здоровье прежде всего, уверяют они. Какие же наиболее актуальные проблемы по части экологии у нас? Например, в мире часто говорят о вырубке зеленых насаждений и загрязнении океанов. А что угрожает нам? Чего мы так опасаемся и что приносит беспокойство? Задались мы таким вопросом. Экология действительно. Что касается чистоты нашей экологии, то в центре у нас нормально, но вы пойдете в микрорайоны, и вот там есть где переживать по этой части. Все утопает в мусоре, даже хлеб повсюду валяется. Но не только Акимат должен об этом беспокоиться, это касается каждого гражданина. В микрорайонах у нас по части чистоты и ухоженности есть проблемы. Только в парках более-менее, можно говорить, ситуация. Там, где бывает много народа. Только когда Акимы наезжают, здесь чистят. А вот микрорайоны, где мы проживаем, утопают в грязи просто. В Таразе я не могу сказать, что с экологией у нас все в порядке. Мусора много везде, и мало кто на это обращает внимание. Даже в этом парке Раскулова нельзя сказать, что здесь повсюду порядок и чистота. Пусть не на все 100%, но хотя бы на 80% надо уделять этой проблеме внимание, на мой взгляд. Действительно, многое в вопросах поддержания окружающей нас среды в чистоте и порядке зависит от нашего с вами отношения к ней. А мы довольно часто относимся к ней пренебрежительно и равнодушно, если не сказать, что порой и вовсе варварски. Конечно, мы не можем сказать, что все у нас в этом отношении в порядке. Очень много злачных мест. Нет, забыла. Наш город раньше был намного чище и благоустроеннее, а сейчас только в центре у нас чисто, а на окраинах черт ногу сломит. То, что в центре города окружающая нас среда радует глаз, а на его окраинах огорчает, ситуация не вновь, говорят сами горожане. Повсюду так обстоят дела. Но решить эту злободневную проблему можно лишь в тесной связке народа и самой власти. Кулеш Умурзакова, Нурхадер Римхан, Бахтияр Асаубаев, 77 News.